Утром 1 октября в российских городах прогремели взрывы. В частности, неизвестный беспилотник атаковал Сочи. Момент взрыва дрона попал на видео. Местным властям пришлось закрыть аэропорт на некоторое время, отложив все рейсы на взлет и посадку. Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что беспилотник якобы был сбит около 8 утра силами российской ПВО. Кроме того, пролеты беспилотника также зафиксировали жители российского Смоленска. Губернатор города Василий Анохин сообщил, что якобы ВСУ пытались атаковать Смоленскую область беспилотниками. По его словам, якобы силами ПВО и РЭБ Минобороны РФ было подавлено 5 беспилотников самолетного типа. В России все чаще происходят атаки беспилотниками. К примеру, 26 сентября беспилотник СБУ атаковал электроподстанцию в Курской области РФ, в результате чего было обесточено 7 населенных пунктов. Источник в СБУ сообщил, если россияне и далее будут атаковать энергетические объекты Украины, то будут получать на это жесткий ответ.